Могут ли современные дети в раннем возрасте разговаривать на языке света? Многие из сейчас рождавшихся детей смогут разговаривать. Понимаете, сам по себе язык света, он не очень-то выражается звуками. Можно его интерпретировать звуками. Есть языки высших цивилизаций, которые очень красивые, и там, где одна очень небольшое количество звучаний несет огромное количество информации. Сейчас могут рождаться дети, которые могут отражать этот язык и даже на подобном языке пытаться между собой общаться. Могут рождаться такие дети. Обычно, когда выражается подобная энергия, что-то близкое к языку света, это очень приятно на слух. И после, скажем, того, как вы это слышите, у вас улучшается эмоциональное состояние. Это, знаете, как пение ангелов. Если вы когда-нибудь вы до этого дорастете и их услышите, да, то вы поймете, о чем как бы идет речь. То есть язык света – это как пение ангелов. То есть это высокочастотная программа, гармонизирующая пространство. Сам по себе этот язык, он гармонизирующий. Например, есть понятие, что русский язык, он сам по себе гармонизирует людей. Например, как вы сказали, что язык света, он это делает еще быстрее, поскольку он не просто несет информацию, да, он несет саму программу быстрой эволюции.